Всем привет! Вы на канале Modak.net. Было очень много просьб и комментариев показать, как нарисовать персонажа из Токобока. Вы просили, мы делаем. Вот такие милые персонажи у нас с вами сейчас получатся. Устраивайтесь поудобнее, берите чистый лист бумаги, простой карандаш, линейку, ластик и маркеры. Может быть, фломастеры или цветные карандаши. Готовы? Ну тогда начинаем! Вертикальная линия длиной 75 мм. Делим ее на отрезки, как показано в видео. Теперь из этих точек рисуем горизонтальные линии. Все размеры мы покажем, так что не переживай, если вдруг не все сразу будет понятно. Ты можешь рисовать вместе с нами, останавливать и перематывать видео при необходимости. Размеры человечка идеально подходят к наборам «Доме по тетради». Ты сможешь дополнить его своими персонажами, нарисовать новых друзей для Даши или какое имя получил твой персонаж. Верхний прямоугольничек. Закругляем макушку. И щечки. Ушки рисуем в форме полукруга. Обозначим шею и плечики. Каркас для ручек. Переходим к телу персонажа. Слегка закругляем второй прямоугольничек снизу и соединяем линии с плечиками. Сразу намечаем купальник, так как мы рисуем девочку. Утолщаем линии ручек, а на концах рисуем ладошки. Также поступаем с каркасом ножек. Сначала утолщаем с двух сторон, затем рисуем ступни. Они практически овальной формы. Нарисуем личико. От центральной оси отступаем с двух сторон по 9 мм. Это будет центр глазок. И рисуем кружки. Носик расположен сразу под пересечением линий и ниже ротик. Ты можешь нарисовать другое выражение лица, заменить глазки, выбрать носик другой формы. Фантазируй! Обводим контур. Если рисуешь маркерами или фломастерами, обязательно проверь, чтобы он не растекался, когда по контуру проводишь другим цветом. Если тебе нравится эта рубрика, ставь лайк и оставляй комментарий, что еще нарисовать. С обводкой закончили, стираем лишние линии и раскрашиваем. Аккуратно обходи брови и носик, если будешь делать их другим цветом. Выбирай цвета, которые больше подойдут именно твоему персонажу. А нам захотелось сделать брови розового цвета. И купальник, пожалуй, пусть тоже будет ярко-розовым. А какой цвет тебе больше всего нравится? Добавим румянца. Чтобы персонаж был более прочным, с оборотной стороны наклеиваем картонку. И все вырезаем. В пару мы нарисовали мальчика по той же схеме. А еще можно сделать для них прически и одежду. Как мы уже говорили, персонаж по этим размерам идеально подходит для набора «Домик в тетради». Во втором выпуске электронных схем уже есть готовый персонаж с одеждой и прической. А в выпуске «Школьная столовая и ванная» мы добавили еще наряд, прическу, халатик, масочку. Ссылочку на них оставим в описании. Если еще не удалось посмотреть видео «Школьная столовая», мы рассказали в нем, что нужно, чтобы мы выложили бесплатные промо-схемы школы. Совсем скоро новые выпуски. Всем хорошего дня и творческого настроения!